Всем привет! С вами снова «Время обзоров». Наверное, каждый рыболов, который увлекается фидерной ловлей, слышал о таких вещах, как патерностер, несимметричная и симметричная петля. Для тех, кто не в курсе, скажу, что это элемент оснастки, который устанавливается между основной леской и поводком. Главной их особенностью является наличие жесткой скрутки, которая препятствует запутыванию всей конструкции во время забросов, а также после попадания в воды отодвигает поводок с крючком подальше от кормушки, что положительно способствует шансу поклевки. Три оснастки, которые я сейчас назвал, не единственные в природе, однако они являются одними из самых популярных. Все бы с ними хорошо, но они достаточно сложны в своем изготовлении. Для этого необходима определенная сноровка и, конечно же, время, которое придется потратить на это. Поэтому сегодня речь пойдет о готовом решении от компании Nautilus. Поводки у нас поставляются вот в такой вот упаковке. А в данном случае это у нас патерностер, который изготовлен из лески 0,35 мм. К нему присоединяется уже готовый поводок с крючком. Диаметр лески поводка составляет 0,22 мм, а крючок имеет размер номер 8. Компания рекомендует данный крючок для ловли карпа и сазана. Это, в принципе, не удивительно, так как по форме он ближе всего у нас приближается к вайтгейпу. Теперь давайте полюбуемся на сам поводок. Он у нас изготовлен из достаточно жесткой монофильной лески. Как видите, это классическая конструкция патерностера. Она у нас состоит из одной ветви, которая присоединяется у нас непосредственно к основной леске. Вторая ветвь у нас предназначена для крепления кормушки. Здесь, как видите, уже имеется установленный вертлюг с застежкой. Ну а третья ветка – это, конечно же, жесткая скрутка. Сама по себе скрутка изготовлена очень качественно, плотного плетения и закреплена как следует узелками. От нее у нас уже отходит поводок, идущий в комплекте. Ну а теперь переходим к следующей модели. Это у нас несимметричная петля. Как видите, он у нас состоит из большой петли, которая отходит от петельки, крепящейся к основной леске. На одной стороне большой петли, точнее как, одна из сторон большой петли напрямую присоединяется у нас к жесткой скрутке, а вторая имеет увеличенную длину. На ней, собственно, у нас и находится вертлюг с застежкой, к которой крепится у нас кормушка. Скрутка, как я и говорил, очень качественно, также и на этой модели. Ну и от нее отходит у нас уже поводочек. Ну а теперь у нас, собственно, последняя модель в ассортименте компании – это симметричная петля. Ее отличие от остальных заключается в большой петле, у которой обе стороны имеют одинаковую длину. Собственно, эта большая петля у нас прикрепляется к… Точнее, не прикрепляется, а просто заплетается в жесткую скрутку, но от нее уже отходит поводок с крючком. В чем принципиальная разница использования этих оснасток? Несимметричная петля, допустим, обладает самой высокой чувствительностью. Благодаря ее конструкции кормушка свободно проскальзывает, точнее не кормушка, а леска свободно проскальзывает через лежащую кормушку и позволяет вам в течение долгого времени наблюдать поклевку рыбы. У вас при этом будет загибаться кивертип. Что касается патерностера, это противоположность несимметричной петле, так как он обладает самой низкой чувствительностью, но при этом практически сразу подсекает рыбу, потому что кормушка практически напрямую подключена у нас к поводку. То есть, если вы не обратили внимания, куда-то отвернулись, допустим, решили попить водички, и в этот момент произойдет поклевка, 90%, что произойдет сама подсечка, и вам останется только досечь рыбу. Ну а что касается у нас симметричной петли, данная оснастка предпочтительнее всего на твердых грунтах, так как ее особенность играет там, ну, выигрывает по сравнению с двумя другими. При этом она объединяет в себе качество и первой, и второй, но при этом нечто среднее из себя представляет по эффективности. Теперь давайте перейдем непосредственно к ассортименту компании и разберем его поподробнее. Это далеко не все, что есть в ассортименте компании, однако будет достаточно, чтобы рассказать о нем. Условно его можно разделить на три группы по типу оснастки, то есть патерностер, несимметричная петля и симметричная петля. При этом каждая из групп делится на две подгруппы, в которую входят оснастки, оснащенные поводком, например, как вот это вот, и оснастка, которая идет без поводка. Оснастки, которые идут без поводка, всегда представлены в трех размерах. Для кормушек весом 20-60 грамм, 40-120 грамм и 60-180 грамм.
Они отличаются по диаметру лески. Соответственно, чем леска будет толще, тем будет жестче петля. Оснастки жив с поводком доступны в 9 вариантах. На каждый диаметр оснастки, то есть 0,25, 0,30 и 0,35, по 3 диаметра поводка. 0,20 мм, 0,21 мм и 0,22 мм. При этом на разных поводках установлены различные типы крючков. И то, подо что именно, под какую рыбу предназначен данный крючок, обязательно будет помечено на упаковке. Более подробно ассортимент можно рассмотреть в табличке, которая прилагается в каждой упаковке внутри, если ее развернуть. Здесь всегда указано номер оснастки, показано, какой, для чего, для какой именно рыбы она предназначена, и указано, в каких местах необходимо ее ловить. Так. Ну, на этом, в принципе, все, что касается ассортимента. Давайте подведем краткий вывод. За 85 рублей, примерно то, что цена сейчас в рознице, вы получаете готовую оснастку. Вам не придется тратить время на ее изготовление, что очень важно, если вы его цените, либо если у вас нет навыка приготовления. Большое спасибо за ваш просмотр, удачных вам рыбалок, и выбирайте правильную оснастку на рыбалке. От этого зависит качество вашего улова.